Я бы хотела добраться до этой штуки живой. Тебе нужна штука. У меня кое-какая с собой. Хочешь, покажу? Извини, Хайс, я микроскоп не захватила. Так, хватит придуриваться. А ну все собрались, у нас важная задача. Смотрите в оба. Здесь сигнал более четкий. Думаешь, сорвем большую пушку? Заживем как нормальные люди. Я откуда знаю? Я думал, тебе нравится такая жизнь. Сейчас, да. Ночью. Я живу сегодняшним днем. Пойду поищу слабое место. А вы ждите здесь. Самому не залезть. Хайст, подойди, подсади меня. Вроде нашел проход, пойду проверю. А если ты не вернешься? Значит, еще подождите. Буду искать обход. Осторожней там, ладно? Thank you.
Нашел трещину в скале. Сейчас взорву, отойдите. Подойди, подсади меня. Проход.
Полегче на поворотах. Не повредите тут ничего. С ума сойти. Сколько времени это тут лежит? А там что? Рубка? Если предположить, что это корабль. Вот он наш большой куш. Тихо вы. Что, разбудить боишься? Ты извини, приятель. Хватит придуриваться. Время дорого. Осмотритесь. Это было что-то живое. Теперь это наша собственность. По праву. Надо заявить права на эту находку, пока нас не перевели. Они сюда вроде не увезет такую здоровенную хреновину. Значит, возьмем, что сможем, потом вернемся. Поищите, что еще тут есть. Марло, мы что-то нашли. Какие-то следы. Следы? Мы что-то тащили. Но это не все. Обрадуешься. Что это? Следы ведут сюда. Тоже название, что на бортовом самолете. Острову. Они здесь были. Может, они бросили корабль и сели сюда? Да уж я понял. Черт. А если тут уже кто-то был? Почему находка не зарегистрирована? Если они живы, мы ни хрена не получим. Сейчас выясним. Я найду и отключу маячок, чтобы сюда больше никто не явился. Фостер, Хайст, вы спуститесь ниже, гляньте, что там. Микс, я нашел маячок. Сейчас посмотрю.
знаю, в чем дело, но маячок отключился. Ладно, ты должен это увидеть. С ума сойти. Да, иду. Скажи мне все. Где твой корабль? Дай мне коды.